комиссии этот вопрос согласовался и вынесся на сегодня. Но президиум ему перед сессией снял этот вопрос. Поэтому сегодня я не понимаю, о чем идет спор и о чем нам напоминают. Ну, сегодня идет спор на чем? Это не спор, это не спор. Какой-то спор. Если сняли вопрос на президиум, он не прошел сессию, он там повторно будет переноситься на нашу комиссию. Поэтому мы повторно должны его смотреть. Мы просим именно то, чтобы вы этот вопрос на сессию. Но, послушай, я не закончу это. Хорошо. Это человек, я уже не помню по памяти, 60-80, есть обращение людей, живущих рядом. 800, да? Которые сегодня против этого решения. Сегодня ну, как-то нужно найти вам все-таки компромисс. Можно ответить на ваш, кажется, ответ нашим ответом. То же самое, когда при строительстве этого храма мы думали, община думала по поводу того, что да, построить храм, и не спросив людей, ну это цинизм и кощунство на сегодняшний день. Мы собрали 2000 подписей. И значит, изначально 2000 подписей. О том, что потом мы на этом же помещении у нас как бы на этом участке земли мы же давно еще у нас не было отвода земли. Мы там проводили субботники. Я сам участвовал с этой общиной, с людьми, которыми с детками участвовали. Но вдруг организовался когда? То есть вдруг решили, что ну, наверное, храм будет мешать возрождению условно говоря, детского. Да, детские площадки хорошо. Но поймите меня, тоже как бы мы тоже нормальные люди видим все это. 30 лет тому назад дом культуры, завод «Океан», то есть как бы вот это место, где находился, он не обслуживался. Он как и был, так он и остался в таком. Вы не представляете, какое количество мусора. Вот вы просто восстановите. Я говорю, депутат Барович. Значит, ну, мы это будем слушать, откровенно говоря, долго. Все мы понимаем, что мнения разделятся жителей в этой ситуации. Но у нас с очень большой вероятностью на следующей сессии будет принято положение в общественных слушаниях. Вот прекрасный повод тему обкатать, учитывая неоднозначность ситуации. Давайте так и поступим. При всем этом отложим закон, отложим этот вопрос до принятия положения. В положении пусть инициаторы могут выступать как общественные организации, так и жители, так и совет. И на общественные слушания пусть рассудят, что в этом месте быть. Я считаю, не наши на совершить полномочия решать, 800, что больше весит. 800 жителей собранных сейчас или 2000 подписей собранных ранее. Все, спасибо.